Всем привет! Видео внеплановое. Вот буквально вчера монтировал видео и вспоминал электрику пятого. Его непредсказуемую электрику, которая постоянно подкидывает сюрпризы моим знакомым. Говорю, что меня вроде пока обходит стороной, но не обошло. Сегодня решил взбодрить пятого, съездить по делам. В общем, завожу. Завел, выгнал машину, стою, смотрю, не горит задний правый фонарь. Как бы проблема известная, что если не горит на пятом, вот, если не горит какой-то один из передних габаритов, то не горит вся сторона. То есть и сзади фонарь не будет гореть. Тут же наоборот. А, кстати, да, с правой стороны габарит не горел. Ну, думаю, как бы не проблема. Это единственная лампочка, которую на пятом можно достать быстро, без проблем и заменить. Значит, достал лампочку, смотрю, нить накала целая. То есть лампочка целая. Взял, поменял лампочку. Ничего не поменялось, то есть не горит. Вот такие вот лампочки установлены там в габаритах. Не горит. Ну, думаю, ладно, надо лезть в задний этот фонарь. У Андрюхи сегодня поинтересовался, спросил. Он говорит, вроде такого не должно быть. То есть, если не горит габарит именно передний, то тогда не горит задняя сторона. То есть задняя сторона, если выходит из строя, то передний габарит как бы должен гореть. Ладно, думаю, решу как-нибудь эту проблему, доберусь. Но решил поэкспериментировать и скинуть клемму с аккумулятора. Как бы блок ВСМ там что-то засыпает. Ну, короче, есть такие глюки. Скинул клемму, все заработало. То есть правая сторона восстановилась. То есть самоизлечается машина. И заодно Андрюхи тут недавно меняли лампочки. Я сейчас покажу. Меняли лампочки вот на этом стопоре, на этом фонаре, который стоит. То есть вот здесь вот он установлен. Это дублирующий фонарь стоп-сигнала. То есть при нажатии на тормоз он должен светиться. Сейчас полезем туда. Как бы тут снимается все легко. Вот две заглушки, отверткой поддеваете, плоской вытаскиваете, два самореза под крестовую отвертку. И дальше на клипсах снимаете вот эту вот обшивку. Удобно снимать эти вот заглушки. Вот так вот они выглядят. Удобно снимать просто обычным саморезом. Поддеваем одним витком и вытаскиваем на себя. Кто-то скажет, что вот это что ты снимаешь, там лампочки, давай начни, там еще как шины накачиваешь. Ребята, вот снял я одно видео про плафон освещения, как снимается передний плафон освещения, центральный, в том числе и задний. Посмотрите, зайдите, не поленитесь на канал, сколько просмотров набрало это видео и сколько благодарностей я услышал в свой адрес в комментариях. Поэтому, если я что-то и снимаю, ну, если вам это не помогло, просто пройдите мимо, не надо говорить за всех. Потому что многие не могут даже этого. То есть не знают, боятся по разным причинам. Поэтому сейчас покажу, как можно поменять вот эти вот лампочки быстро. И главное, на какие лампочки. Мне даже интересно стало посмотреть, какие лампочки установлены у меня. И немного расскажу, как у Андрюхи мы вышли из положения. То есть также вот саморезом за краешек поддеваете. При этом ничего нигде не корябается, пластик, если все делать аккуратно. Здесь также два самореза. Вот такие вот лампочки установлены в заднем этом повторителе. Они 5-ваттные. Маркировку, естественно, на этом не увидите. На лампочке. Короче, я не знаю, есть такие в продаже или нет, но посмотрев, как выглядит цоколь, мы нашли у Андрюхи вот такие вот лампочки, они же вставляются в передние габариты, они же сюда идеально подходят и идеально справляются со своей задачей. То есть, если вы не хотите заморачиваться с поиском лампочек, если у вас нету, мало ли, под рукой, в дороге где-то еще что-то, хотя я вообще не знаю, нужен ли он вот этот вот повторитель, если только для красоты. В общем, сейчас поставим вот эти лампочки и проверим. Кстати, только без фонарика заметил, что вот эта лампочка, она черная, и вон там волосинка валяется. То есть она по самой середке перебила ее там чуть-чуть.
чуть-чуть буквально кусочек отпал и не видно. Но из-за черноты на кончике лампочки понятно, что ей хана. Ну и вот эти тоже черные. На выброс.